Улыбчивая во всем настроение, сегодня я вяжу мягкую погремушку коалу и хочу вам ее сегодня показать, сам процесс и уже готовый результат. Такие игрушки я уже вязала, кто заглядывает в мой инстаграм, их уже видели, но зрители на YouTube увидят их сегодня впервые. Основа вот такая. Внутри пластиковый контейнер с бусинками. Вязала я ее на основе схемы «Погремушка спящей зайка». Я оставлю ссылочку внизу. Может, кто захочет связать. Сейчас у меня две. Это маленький заказ. Их периодически заказывают и зайки, и коалы, и мишки. Но сегодня я вяжу как раз серенькую коалу. Это основа. Черненькая мордашка и вот такие большие ушки. Вяжу я из пряжи Yarnart джинс серого цвета. Крючок у меня двоечка. Внутри находятся вот такие пластиковые контейнеры, в которых я ложу несколько бусинок. Сейчас я буду пришивать детальки, оформлять, и уже покажу вам готовый результат. Вот так выглядит игрушка в готовом виде. Сама по себе погремушка достаточно большая, но на ощупь мягкая и приятная. Кстати, контейнер не прощупывается практически. Ну, если очень постараться, туда его можно там найти на ощупь. А так игрушечка мягкая, приятная, хорошая. Я их уже связала некоторое количество, и поэтому схему немножечко усовершенствовала для себя. Поэтому у меня все-все переходики очень плавные, хорошие. И смотрится игрушечка достаточно хорошо. При том, что она очень и очень простая. Вот такую погремушку я вам хотела сегодня показать. Если буду вязать еще спящих зайчиков, тоже обязательно покажу. Ну а пока у меня две вот такие замечательные коалы-погремушки.